Всем привет, друзья! Я рад вас видеть на канале Владилеля. И сегодня мы вместе с вами будем разбирать песню группы Аукцион «Птица». Заявка с этой песней от двух моих подписчиков победила в недавнем розыгрыше песни для разбора. Видео розыгрыша вы по традиции можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу. Хочу напомнить, что я жду от вас заявки на разбор ваших любимых песен. Их можно оставить в комментарии под любым видео на моем канале, обязательно с хэштегом «Песня для разбора», а также в специальной теме в моей группе ВКонтакте. Все полезные ссылки есть под этим видео. Заказать индивидуальный разбор без очереди по самой вкусной цене всегда можно в директ моего Instagram. Там же вы можете записаться ко мне на обучение. Но сейчас давайте посмотрим, что у нас должно получиться по итогам сегодняшнего урока. Ненужный кто-то за окном стоял и требовал любви. Я все оставил на потом, я говорил себе, не за что биться, нечем делиться, все об одном. Стоит ли злиться там за окном, птица я, птица. Чтобы сыграть песню «Птица», нам нужно знать всего 4 аккорда и один бой. Аккорды простые: С, Е7, АМ, Ф. И бой. Обычно шестерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Песня простая, вы ее довольно быстро научитесь играть. И когда научитесь, выкладывайте в Instagram свои успехи, отмечайте меня, я обязательно посмотрю, а лучшее видео размещу в сторис Instagram Владилеля, чтобы как можно больше людей увидело ваш прогресс. Также не забудьте скачать PDF-документ, который я для вас подготовил, ссылка на него есть под этим видео. И там есть схемы аккордов, схема боя, также аккорды расставлены теми слогами в тех местах, которые должны меняться. Давайте будем разбирать. Сразу покажу с текстом, с подстрочниками, все как положено. Ненужный кто-то за окном стоял и требовал любви. Я все оставил на потом. Я говорил себе, не за что биться, нечем делиться. Все об одном. Стоит ли злиться там за окном, птица я, птица. И дальше пошел второй куплет у нас играться. Там не меняется ровным счетом ничего, кроме слов. Текст меняется. У нас 4 куплета, поэтому выучите хорошо первый куплет изначально с припевом, и потом только будете учить новые слова, а можно не учить, можно скачать PDF-документы, там все будет. И сможете радовать родных и близких этой замечательной песней. Желаю вам быстрого разбора, друзья! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. Поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями. Давайте вместе сделаем канал Владилеля еще популярнее. На сегодня на этом все. Увидимся в следующий вторник. Пока.